Ну, не вижу. Так, Алёша, вот взял мяч. Вот так и должен быть.
вы вдвоем там. Yeah.
Так, следующий. Что вы стоите? Горобинка, что ты стоишь? Ты еще готовы? Значит, давайте так. Вы должны спрыгнуть 150 раз. Сколько время? 2 минуты дают. Внимание. Пачеме. Пошли. Там возьми другую.
Раз, я ловлю, сюда, и сразу туда, раз, быстрее, быстрее.
Еще дальше, 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 дальше. До конца, до конца, до конца, до конца. Ровно. Вот прямо на руке. Все, все, все. До конца.
вы видите, что вы хорошо играете, квадрат, он наберет 15, а вы наберете 7-8 очков. Так вы скажите, вот я бы, вот у тебя я выиграл 8 очков, 100%. Он, окей, я не выиграл, 8 очков, я наберу. Это ваша маленькая победа, постарайтесь 5 очков. Не наберешь 8, скажи, наберу 3 очка, я не взял 3 голоса, 3 мяча. То ты что? Вот так я играл со своей сестрой. Она у меня мастер спорта по настольному теннису. Чемпионка республики по этому треку. Я ей сказал, я у тебя 2 очка выиграл. Кинь, блядь! Вонючий. Встань играть, уперся. Да, мне повезло, попало в все руки туда. Но вот я так и не считал, блядь. Потому что она лучше меня, она мастер спорта. Нет, если пинбол на мяч, да. По много очков, посмотрите внимание, мячик, теперь мне если помещать уже чуть-чуть. Посмотрите, если вы первый, раньше как было, если вы делаете подачу, мяч касается сердца и переходит в противника сторону, то вы перебиваете. Сейчас нет такого права. Сейчас да. Подал мяч. Пришел на мою сторону, значит, гол подающий. Или же остался на поле подающего, тогда подающий проиграл. Поэтому разные тактики. Вот я уже, например, нашел, как начинать выигрывать, а для этого нужно всегда тренироваться. Прийти раньше, всегда тренироваться. Я вам потом покажу, что я придумал. Я вот только сейчас придумал. Я много играл, а сейчас эту вещь придумал. Вот. Значит, сейчас, здесь, Одна пара. Играет на счет. Там вторая пара. Играет просто на удержание счета. На удержание счета. То есть играть можно больше. Понятно, да? Значит, здесь играют Алеша и Кулерик. Андрей. Счет.
уходим в ту сторону, чтобы мешать. Это начинаем. Миша Горбин. Приготовиться. Алеша. Попович. Андрюха. Все, вы идите качаться. Идите качаться. Когда будете делать, говорите вслух. Можно в туалет прийти. Так, все. Сейчас две пары, одна пара с другой, там один судит.
Андрей играет с Лешей, а Гармита играет с Лешей. Спасибо.
Thank you.
Вы играете?